Допомогти тим, хто постраждав від карантинних обмежень, намагалася і Верховна Рада. Наскільки успішно, вирішили оцінити в опозиції. Там проаналізували роботу нардепів у 2020 році загалом і назвали виконані і провалені ініціативи. Ми проголосували весною за наповнення фонду боротьби з епідемією на 64 мільярди. Второй вопрос, что их деньги разбазарили, но парламент принимал это решение. Парламент принял решение постановления о выделении денег 20 октября и дорожная карта борьбы с эпидемией, что тоже было позитивным. Это было направлено на поддержку людей, экономики, медицины. Но он принял еще несколько плохих вещей. Первое, конечно, это принятие закона о продаже земли в ночью, в эпидемию. Противовес общественному мнению, ломая через колено своих же депутатов. Это было, конечно, убогое зрелище, и оно ничего хорошего в стране не добавило. Но достаточно вспомнить, еще в период эпидемии принимался закон о легализации казино и горного бизнеса. Тоже оплеуха парламента общества.